ну, взяли 2 очка, выиграли игру, идем дальше, выполнили тренерское задание. Сегодня здорово сыграла вся команда, поэтому победили. Перед игрой вот со Слованом был небольшой перерыв. Насколько это сказалось на игре команды? И вообще сказалось ли? Ну, наоборот, я считаю, что это помогло. Чуть-чуть отдохнули, было время подготовиться к Слованом, поэтому это только в плюс. Следующий матч с «Авангардом». Как оцениваете эту команду? Что скажете, как надо играть? Играть нужно на победу, выигрывать, начать прежде всего с выигранных единоборств. Команда хорошая, хороший старт показывает, поэтому только приятно будет сыграть с сильным соперником. Сегодня день рождения у Владимира Ткачева. Вы как по-особенному поздравили его, разговаривали вообще об этом в раздевалке перед игрой? Перед игрой в раздевалке об этом не разговаривали, а утром была раскатка на льду, все его поздравили, как бы, ну, все обычно, ничего особенного не было.